Завершились новогодние каникулы, когда было много массовых мероприятий в учреждениях культуры. Но, тем не менее, наши мероприятия продолжаются. И на ближайшей неделе в ДК «Победа» у нас откроются две выставки. В пятницу, 13 января, откроется выставка «Шерстяная акварель». И в ДК «Победа» в субботу в 17 часов откроется выставка «Новогодние грезы». Приглашаем в наши дворцы культуры. На этой неделе с 13 на 14 отмечается Старый Новый год. И наши учреждения тоже не остались в стороне. В пятницу 13 Дворец культуры «Сатурн» в 18 часов приглашает на игровую программу. А в 19 часов в Большом зале Дворца культуры «Сатурн» состоится концерт, посвященный Старому Новому году. Также Новый год в кругу друзей – в субботу отмечается в ДК «Победа» в 15 часов. И в воскресенье у нас очень насыщенный день. Проходят одновременно три рождественских фестиваля. Эти мероприятия организованы учреждениями культуры совместно с нашим благочинием. Рождественский концерт ансамблей Константиновского филиала Удельнинской музыкальной школы пройдет в стиле Константинова в церкви Архангела Михаила. В КДЦ «Гжельский» в воскресенье в 12 часов состоится фестиваль воскресных школ Раменского городского округа. И опять же в воскресенье в 12 часов в поселке Ильинский Большой Ильинский рождественский фестиваль в храме Петра и Павла. Все три рождественских мероприятия состоятся в воскресенье 15 января в 12 часов. Приглашаем вас в наше учреждение.